Всем привет! С вами Наталья Мапола, и в этом мастер-классе мы с вами сделаем вот такое колье из бисера и беконусов. Плетется оно очень легко, просто и увлекательно. А пока я приготовлю материалы для того, чтобы мы с вами могли начать работу, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте пальчик вверх этому видео, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные мастер-классы. Итак, друзья мои, вот моя сеточка основа. Я проплела, у меня получается сеточка длина 40 сантиметров. И теперь я закрепила нитку по центру колье, чтобы начать расшивать в обе стороны, то есть влево-вправо от центра. Я просто привязала нитку новую по центру. И сейчас мы с вами будем расшивать. Выведите, пожалуйста, ниточку по направлению вниз из вот этой центральной бисериночки. И смотрите, друзья мои, я выбрала для того, чтобы расшивать колье, вот такой бисер. Его номер 97070, это мой любимый бисер, он с прокрашенной серединкой и имеет такое красивое мерцание. И беконусы 4 мм. После того, как мы с вами вывели нитку из вот этой центральной бисеринки, мы набирать будем с вами одну бисеринку, один беконус и одну бисеринку, вот так. И проводить иголку мы будем вот в эту противоположную ключевую бисериночку, вот центральная она у нас. Подтягиваем, вот так должно получиться. Бисеринки и беконус должны встать четко в ячейку золотого цвета, вот так. Затем я снова набираю на иголку одну бисеринку, один беконус, одну бисеринку. Точно так же набрали. И проводим иголку, смотрите, прокладываем вот так ниточку между бисеринками. И я затем провожу иголочку через вот эти две бисеринки золотого цвета. Затягиваю ниточку, чтобы беконус встал красиво, ровненько в ячейку. И затем, смотрите, вывожу иголку из вот этой центральной бисеринки. То есть мы продвигаемся к следующему месту плетение нашего, к следующему месту нашей расшивки. Затем вновь набираю одну бисеринку, беконус, одну бисеринку. И теперь смотрите, прокладываем точно так же данный набор, вот так вот укладываем его в ячеечку и проводим иголочку, смотрите, не в ключевую вот эту, а через две следующие мы проводим иголочку. Вот так. Так, смотрим, встал наш ряд ровненько, бисерный. Затем мы проводим иголочку, смотрите, через еще три бисеринки, вот они. То есть выводим нитку перед ключевой бисеринкой, перед. Вот, мы в нее не заходим, мы останавливаемся перед ней. Затем набираем на иголку опять бисериночку, беконус, бисериночку. Проводим затем иголку в центральную бисеринку, вот так. Затем выводим иголку из следующих двух бисеринок по ходу плетения. Так, подтягиваем. Затем набираем бисеринку, беконус, бисеринку. Проводим иголку вот в эту центральную бисериночку золотого цвета, подтянули. Затем вновь набираем бисериночку, беконус, бисериночку. Так. И вновь мы проходим иголочкой, прокладываем нитку вот так ровненько, проводим иголочку через вот эти две бисеринки и через следующую, то есть через три, вот так. Затягиваем и продолжаем так вышивать по сетке до конца все ромбики, чтобы были у нас с вами оформлены, то есть вышиты. Снова вышла вот нитка, я провожу иголку не в центральную, а вот в эти,
вот в эти все бисериночки. То есть проходит по факту иголочка у нас через 5 бисериночек. Вот. Хорошо, сейчас видно, через 5. С учетом того, что нам нужно выйти в следующем месте под плетение наших биконусов красивых. Затем продолжаем вышивать так до конца, влево и вправо. Далее пришьем замочек.